Доброе утречко, всем привет. Маруша собирается. Собирается в школу, и сегодня рано. 7:30. Там уже нужно быть. Поэтому сейчас в 7 часов она будет выходить. И в 7:10, да, у тебя автобус? В 7:10 у тебя автобус? В 7:08? Короче, в 7 часов она выйдет. Подойдет до остановки и поедет. У нас сегодня дождик. Так сильно ночью поливало. Поэтому сегодня папа уехал на машине. Некому отвозить, поэтому она поедет на автобусе. Осталось 5 минут. Сейчас дождик идет. Пока нет вроде. Куртку лучше эту надевать, так как она широкая. Рукава широкие. Залазит? Язычок. Ну, отлично, ты встаешь на шнурки. Придется на одно плечо только вешать, да? Да? Деньги взяла, все взяла? Давай. Давай, пока. Пока. Давай. С кем ты едешь? Пока. Вот остановка за вот этой горкой, дорога. И автобус туда сейчас подъедет. Вот и автобус подъехал. Немножко задержался на 3 минуты. Поехала. Ленечка. Доброе утро. Доброе утро. Встаем. Встаем. Встаем, встаем, встаем. Спят. Встаем. Доброе утро. Лежит деловая, не встает. А? Гулять пойдешь? А, Бонечка? Гулять пойдем? Давай, пойдем гулять. Пошли. Не встает, лежит. Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Нормально? А доехала как нормально на автобусе? Да. Нормально все? Ты знаешь, что забыла взять? Ты забыла взять эту повязку? Да. Чтобы рука не висела. Так, у тебя запись на среду. В больницу. Да. В эту среду. А? Чего? Да. Они хотят, чтобы моя рука до среды. Не знаю, они хотят тебя проверить. Ё.
По-моему, в среду на этой неделе, потому что папа мне написал, и он сказал, то, что у тебя в 3.15 в среду прием. По-моему, в эту среду. Так бы он уточнил бы, что в следующую. Так что они будут тебя проверять. Когда тебе гипс наложили? В пятницу? Да. А что так быстро? Не, не в четверг, в пятницу, да. Что-то быстро. Автобус во сколько едет? Ее мама нас отвезет, но я потом обратно поеду. На автобусе. Вот, я нашла монетки. У папы в штанах нашла. Все монеты истратили, вот. Ищу везде монеты. По всем карманам. Мама, знаешь, там есть такая карточка, она стоит 15 с чем-то. И там 8 таких штучек, и ты должен все делать. 15 на 8 поездок? Да, на 8 поездок. Надо посчитать, что дешевле, либо на месяц, либо на... На 8. Потому что один день, только 4 поездки уже стоят 10, 80. Я же не буду каждый день ехать, ты же меня тоже будешь... Ну да. Школу отвозить. Ну да. Будем обедать? И ты! Я моему учителю показала этот калькулятор, и он сказал, там сильно мало этих. Мне что, не подходит? Больше, да. Домашку задали? Да, вот. Это нужно читать? Да. А это какой предмет? Это... География. География? Нам вот это нужно делать. Изучаете? Да. Картинка. Ой. Спасибо. Быстро на автобусе доехала? Нормально. Нормально? Не опоздала? Нет. Пролезла рука в толстовку? Да. Это худи. Повязку. Худи. Да. Повязку возьми. На автобус деньги взял? Потому что висеть должна рука. На сумке. Потому что когда я сижу, мне не очень удобно. Мне всегда либо нужно на коленку, либо на живот. И вот тогда мне нужно вот так сидеть. Не, ты не знаешь, как это делается. Все? Игрушечки забрала. Какую хочешь? Вот это? На, держи. Держи, инопланетянина. Держи, инопланетянина. На. Так, время. Можешь мне это обязать? Время 10:01 почти. Ксюш, тебе еще рано? Ксюш, еще рано. Так, все, ты знаешь, куда звонить? Я. На этот... Телефон. Снапчат. А, или телефон. У меня нет телефона, я симку вытащила тебе, мою дала симку. А, так что теперь не Снапчат. Да, у меня не работает теперь телефон. Так. У тебя интернет работает, мне можешь на Снапчат писать. Пожалуйста. Либо звонить. Она опять вытаскивает, она вытащила. Вот тебя какой-то комар укусил прямо это. И вот тут тоже? Все, обходила себе. За пальчик укусил комар. Все, надо гипс. Он какой-то странный, посмотрите. Какой-то это вокруг белое, и вот тут посередине красное. Яд он тебе пустил прям в пальчик. Мультики. А теперь нет твоя. Каролина, уроки. Читать, писать, Лёха. Считать. Да-да-да. У нас так резко погода испортилась. Было 35 градусов, а сейчас где-то градусов 18-20. Прям резко падает температура. Помазала? Чешу. Чтобы не чесалось, чем помазать? Содой. Пробовала? Помогает. Не помогает? Я же тебе говорила, что он у твоей двоюродной сестры. А ты говоришь, нет, нет, нашла. Теперь у тебя два. Да. Один, два. Маленький и большой. Угу. Я уже и сказала, что Маргарите сделали термин, ну, в общем, встречу назначили. Они, да, митвок. В общем, я думала, что они хотя бы через неделю, ну, через две позвонят. Ну вот, это неделя. Она митвок поломала? Она упала в среду. А гипс-то наложили в пятницу. В общем, в среду поедем с Маргаритой в больницу. Ну, я надеюсь... что хоть немножко там что-то изменится в лучшую сторону. И не будут ей там ни операцию, ничего не вкручивать, никаких ни шурупов, ничего. Они... Мама, ну, блин, футболку хотя бы забрать. Ну и что? Чуть-чуть хотя бы подверни. Хорошо. Пока. 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 Все, давай. Там будет еда. Так, что сегодня буду я готовить на ужин? Рыбку красную в духовке. И сделала пюрешку. Вот такую вот картошку купила, крупную. Да, 5 килограмм. Хорошая такая, чистенькая, ровненькая, крупненькая. Ку-ку. Ты занимаешься? Молодец.
Тебе так шея не болит сидеть? Нет. Нет? Удобно? Угу. Ну хорошо, занимайся. Давай, мне хорошенько. Дай уже интересно. Хорошо, ну Ксю сейчас будет это стрелять. Чудо, мне кажется, маловато сделала. Да, очень маловато. Ну, значит, кто-то останется без еды. Макс. А папа уже покушал. Мама. А, кстати, за Максом надо сходить. На, давай мне, чего ты ушла? Мне кажется, или у нас Бонни поправилась? Тебе не кажется? Джудик! Мне кажется, вот она вот здесь вот такая вот мощная какая-то стала. Джудик, ты знаю. Толстая. И возьми ее на руки, мне кажется, она поправилась. Тяжеленькая? Нет. Мне кажется, да. Если особенно вот здесь у него прям такая вот ее. Джудик! Трогаешь? Мощненькая. Нет, ты что, она сюда не сядет. Держала 5200, я говорю, она поправилась, у нее 4... Я ее просто вот... По-моему, она 4600 или 4500 весила. Это... Ты поправилась, Бонечка! На килограмм с чем? Спортом больше заниматься. Бегать больше. Фусика, я же говорю, смотрю на нее. Ага. Рыбка уже готовится. Она же не сладкая, она же не вкусная. Нет. Да. Они безвкусные вообще. Вкусные. Нет. Сливки вообще не вкусные без сахара. Сеня! Не поместилось. Сеня! Так, ладно, все, садимся кушать. Пюрешка готова. Маргарите срочно нужен новый гардероб. Школьный. Сегодня ее наругали за внешний вид. И за джинсы. Потому что нельзя носить рваные джинсы. Нельзя спортивные штаны, леггинсы. Нельзя короткие футболки. Вот такие можно, да? Нельзя маечки, ну, в общем, на лямочках, чтобы не было. И чтобы не было видно живота. А у Маргариты тут все штаны рваные, ее сегодня наругали. Сказали, что вы должны одеваться, как будто бы вы идете в офис. Да? Так он сказал. Нет, я покакалась. Не ругал, просто сказал замечание, да, сделал? Да. А еще кому? Мальчику и моей подружке. Мальчик тоже рваный пришел? Да, у него еще они у него такие вот были. Вот что будет делать Ксюша, потому что она любит ходить в спортивных штанах. У нее только... Это очень красиво, когда девочки одевают эти спортивные штаны. Не, я не буду. Девочки некрасиво, когда одевают спортивные штаны. Почему? Да дискриминирую. По цвету одежды ничего не говорят. А то, что волосы красишь, ничего, да? Можно красить. Сережки, пирсинг. Непонятно. Ну ладно, что теперь делать? Все, придется тебе новый. Ну, у тебя есть вот эти вот штаны милитар, да? И у тебя есть с этими супер-девочки там, или как их называют? Power. Да? Power. Power Puff Girl. В чем будешь? В одежде. Я знаю, мне посрать. А футболки вот такие можно всякие разрисованные? Да. Да? Интересно, какие-то правила странные. Перекинула фотку? Нужно перекинуть, она сильно большая. Странный такой гипс какой-то. Посмотрите, что за это за... Пластырь, да? Ну бинт какой-то. Тоже у меня был такой же. Бинт жесткий. А, да, да. Только у тебя оранжевый. А розовый у тебя был просто оранжевый, я думала. А сам гипс где? Там внутри. Сейчас перемотаем, а то что-то папа... Ну, это не настоящий гипс, мам. Тут они просто такую штучку, как будто вата, которая в твердой положили сюда. Она мокрая была? Мочили? Да, они мочили. Ну вот это гипс. А зачем он тебя открывал? Чтобы почесать. А, чтобы почесать? Да, врач разрешил. Сказал, что можно открывать и почесать. И потом опять замотать. Папа у нас ТикТок смотрит. Ты что так засмотрелся, интересно. Я сегодня убрала все коробки.
Они мне уже надоели, если честно. Я их не разбирала, я просто унесла в подвал. Остались две коробочки. Так, тут вещи Маргариты. И там внизу тоже ее вещи, но она сказала, что она будет вытаскивать. И вот эти вот две коробки тоже Ксюши. Там тоже у нее одежда и все такое, всякая канцелярия. Она сказала, что она вытащит это все. И все, пока вот так, а то уже мне эти коробки напрягать стали. Когда мы переезжать будем, пока неизвестно. Вот, в ближайшие полгода точно нет. Поэтому мне захотелось убрать, потому что выглядит не очень. Давай, пойдем спать? Пойдем? Где девчонки? Девчонки, где девчонки, где? Девчонки. Детвора смотрит мультики. У вас осталось 5 минут. 5 минут и спать. Ты тоже мультики будешь смотреть? Не, я YouTube. А YouTube работает здесь? Смотри, вот, видишь, классно у тебя стена как этот. Тебе нужно куда-нибудь... Вон там круто было бы. И домашний кинотеатр. Как телевизор. Да, как телевизор. Вот так вот. И телевизор не надо. Прикольно? Угу. Вот я придумала. Соорудила тут подставку. А писать что? Ну, сама пишу. Мультик. Мультик? Лунтик? Ты Лунтика смотришь? Да, есть новые серии. Новые серии вышли? Ты чего застыл? Все, готово. Мультик. Что-то трогает. Так, все, давайте. Вы уже посмотрели свои мультики? Макс, песня что-то. Ксюша, будешь Лунтика смотреть? Смотри, чтобы Бонька там не толкнула это с оружием. Нет, мам, выгони. Боня, пойдем. Спокойной ночи, ребят. Я пошла. И мне еще видео монтировать. Давай, спать. Я не буду спать. Пока, всем пока.